столица. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Закоптелых больших капитальных домах делается. Вникните в это и сами рассудите, что за жизнь. Я ставлю тебя ненадолго, скоро ворочусь. Распоряжусь только насчет нашего отъезда и паспортов. Ничего, Лукерья. Ступай. Счастлив вы, барыня? Да. Ну и давно бы следовало барину к вам прийти, да прощения попросить. Ну и слава богу, что помирились. Хорошо, Лукерья. Уйди. Сюда! Стал.
Опоздал. Я заглавил свой рассказ фантастическим, тогда как считай его в высшей степени реальным. Фантастическое тут в самой форме рассказа, когда человек разговаривает сам с собой. Она виновата. Она виновата. Я хотел, чтобы она стояла передо мной в мольбе за мои страдания. И я стоил этого. Вот мой план. Но я тут что-то забыл или упустил из вида, а? Скажу, как сам понимаю. Том, ты весь ужас мой, что я все понимаю. Я просто расскажу по порядку. Уже не в первый раз она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтобы оплачивать публикации в газете. Она тогда из последних сил публиковалась. Такие вещи, как сами изволили убедиться, у вас никто не примет. Даже Мозер. Я ведь это только для вас принять могу. Вот, извольте. 2 рубля. Я ведь это только для вас. Мне 2 рублей мало. Вот не возьмете это в заклад? Лучше бризу снять, а образ унесите. А то образ все-таки как того. А разве вам запрещено? Да нет, не то, что запрещено. А так, может быть, вам самим? Ну, снимите. Знаете что, я не буду ничего снимать, а поставлю ее туда, в киот, и просто-запросто получите 10 рублей. Мне 10 не надо. Дайте мне 5, я непременно выкуплю. А 10 не хотите? Образ стоит. Не презирайте никого. Я сам был в этих тисках, да еще похуже. Если вы теперь видите меня за таким занятием, ведь это после всего, что я вынес. Вы мстите обществу? Видите, я есть часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро. Постойте, что за мысль? Я где-то это слышала. Откуда? Не ломайте головы. В этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту. Фауста читали? Невнимательно. То есть не читали вовсе. Надо прочесть.
Пожалуйста, не предположите, что я захотел отрекомендоваться вам Мефистофелем, чтобы закрасить свою роль ростовщика. Ростовщик и есть ростовщик. Знаем-с. Вы какой-то странный. Я вовсе не хотела сказать вам ничего такого. На всяком поприще можно делать хорошее. Я, конечно, не про себя. Я, кроме дурного, положим, ничего не делаю. Но... Я решился ее тогда в последний раз испытать. Вот, извольте послушать. Молодая особа, круглая сирота, ищет место гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве. Вот видите, это сегодня утром публиковалось, а к вечеру, наверное, место нашла. Вот как надо публиковаться. Конечно, на всяком месте можно делать хорошее. Именно на всяком. Ой, я помню, ничего не забыл. Когда она вышла, я разом порешил. Сударь на место все надеется. Всю тетку просит, чтоб дали ей самую капельку подумать. Ну вот, дали ей эту капельку. Да, видать, этой капельке-то сегодня конец пришел. А что, Лукерия, барышня дома? А где ж ей быть? Конечно, дома. Фу, старый бес, прости господи. Это он? Он, сударь, бокалейщик здешний. Двух жен усахарил, царство небесное. Теперь вот ее, барышню нашу, наглядел. Продать она ее хочет, сударь. Продать. Ты вот что, Лукерья, сходи к ней и тихо от всех шепни, что я, мол, здесь и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Неужто, сударь? Три года жила она в рабстве у своих теток. И белье шила, и с ее-то здоровьем полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Потом она мне все подробно передала. Вы не должны ничему удивляться. Я человек, как вы успели заметить, прямой и изучил все обстоятельства дела. Так вот, я почту за честь, за счастье. За честь, за счастье? Постойте, постойте.
Не спешите с ответом. Вы можете неверно истолковать мои намерения. Именно за честь и за счастье. Вашим «да» вы облагодетельствуете меня. Да-да, это так. Ведь я не особенно талантлив, не особенно умен, может быть, даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист. Зачем вы все это говорите? Не надо. Нет, надо. Надо. Прошу мне верить, что вашим «да» останусь облагодетельствован я, а не вы. Достатков больших не имею, но сыты будете. Ну, а нарядов, театров, балов, этого ничего не будет. Разве впоследствии, когда цели достигну? Ведь если я и взял такое занятие, то сдержу эту кассу, то имею одну лишь цель, о которой впоследствии узнаете. Итак, жду вашего ответа. Ну что же с? Подождите, я думаю. Неужели она между мной и купцом выбирает? Нет, я не боялся отказа. Я ведь знал, что лавочник ей гаже меня, и что я являюсь освободителем. Понимал же, ведь это я. О, подлости! Человек особенно хорошо понимает. Так что же с? Благодарю вас. Да. Бог вам заплатит, сударь, что нашу милую барышню-то берете. Только вы ей этого-то не говорите. Она хоть и кроткая, но гордая. Гордая. Гордые особенно хороши, когда уже не сомневаешься в своем над ними могуществе. Принимая ее в дом свой, я хотел полного к себе уважения. А это для чего? Я не держу собак и лакеев. А при нашем ремесле на случай самозащиты это необходимо. Все ее восторги и упоения я сразу обдал холодной водой. Вот в том-то и была моя идея.
Она быстро увидела, что мы разница и что я загадка. А я, главное, бил на загадку. Слушайте, прошло месяца два. Как бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться, вот и трудно. Видите ли, молодежь презирает, например, деньги. Я тотчас налег на деньги. Я напер на деньги. И так налег, что она все больше и больше начала умолкать. Я еще, когда ты была мне невестой, говорил, что на наше содержание, то есть на пищу мне, тебе и Лукерье, определяется в день рубль и не больше. Так вот, я сам возвысил содержание на 30 копеек. Тоже и театр. Я говорил, что не будет театра, но сейчас положил раз в месяц театру быть. И прилично, в креслах. Ты должна быть довольна. Не понимаю твоих насмешек. От театра отказываюсь. Из экономии. Ну что ж, без экономии денег не наживешь. Мне нужно 30 тысяч в 3 года собрать. Да-да-да. Я имею на них, на эти деньги, право. Я и кассу, если хочешь знать, для того и открыл. Мне оправдываться перед ней. Да и что она может понять из моих оправданий, из моих страданий? Когда-нибудь сама догадается и оценит в 10 раз. Я решился на объяснение, полагая, что вам будет любопытно узнать подробности из прошлой жизни вашего супруга. Нет, не здесь, конечно, а в более удобном месте. Постыдитесь, сударь. Как вы можете? Надеюсь, что, вспомня наши прежние отношения, вы не осмелитесь более приходить ко мне в дом. Прошу вас. Право. Ваш дом не очень приятное место для встреч. Я предпочитаю другое. До свидания, сударыня. Какая низость, какая подлость. Я ее не любил? Кто может сказать, что я ее не любил? Видите ли, тут ирония, тут злая ирония судьбы и природы. Ведь я же любил, любил же я ее. А впрочем, что же я об этом говорю? Дело в том, что я все хожу, хожу, все не соберу в точку. С чего же все началось? Девять, семь, девять.
Вот это принять могу. 30 рублей. Хорошо. Это покойного мужа подарок. Все, что осталось на память от него. А нельзя ли вместо этого медальона оставить вам все эти вещи? Нет, они ценности не имеют. Уж вы обязательно сохраните, я выкуплю. Разумеется, сохраним. Ваша вещь будет сохраняться ровно месяц с сего дня, а потом вы все права на нее теряете. Побудь здесь. Я не могу оставить здесь единственную дорогую для меня вещь. Ой, возьмите. Но ведь деньги вам очень нужны. Как же вы обойдетесь? Попытаюсь заложить эти вещи. Их у вас никто не примет. Я знаю. Все же я попытаюсь. Возьмите. Возьмите. Как мне благодарить вас? Идите. Идите. Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Деньги, которыми вы так великодушно распорядились, мои. Понимаете, мои. Дешевое великодушие всегда легко. Красоты страстно хочется. Нет, возьмите-ка подвиг великодушия трудный, с клеветой, где никакой славы, где вы перед всеми выставлены подлецом, тогда как вы честнее всех людей на земле. Ну-ка попробуйте-ка. Возьмите этот подвиг. Нет, откажетесь. А я всю жизнь только и делал, что носил этот подвиг. Когда я приглашал вас в свой дом, я надеялся, что вы все это поймете и сделаете для себя законом. Так вы надеялись купить мое уважение, мою любовь? Нет, сударь, вам этого не купить. С сих пор я лишаю вас участия в своих занятиях. Куда же она? Она у вас? Нет, не приходила.
Странно. И все эти дни не была? Давно не приходила. Не понимаю, что происходит. Ведь я же запретила ей без меня выходить из дома. Сами во всем виноваты. Так вам и надо. Я прошу вас, узнайте все. Скажите. Хорошо, сударь. Постараюсь. Я еще приду. А правда вас из полка выгнали? За то, что вы на дуэль выйти струсили? Правда? Выгнали как труса? Да, не присудили как труса. Вы просто трус! Знаете, что восстать против их тирании значило выказать гораздо более мужество, чем в какой хотите дуэли. Так это правда, что вы потом по Петербургу, как бродяга, 3 года ходили. По гривеннику просили, под бильярдами ночевали. Да, правда. В моей жизни было много позора и падения. Но это прошло. Да. Теперь вы лицо. Финансист. То есть это намек на мою кассу? Понимаете, как хотите. Все меня попрекают, что я ростовщик. А что, что ростовщик? Значит, есть причина, коль я стал ростовщиком. Однако до свадьбы вы мне об этом ничего не сказали. Да, я ей не сказал. Я молчал. Почему молчал? А как гордый человек. Нахватала обо мне подробности от подлых людей и думала, что все знает. А сокровенное это оставалось лишь в груди моей. Видите ли, в моей жизни было одно страшное обстоятельство, которое каждый день и каждый час давило меня. В двух словах. В антракте, в театре я вышел в буфет. Нет, мне не нравится, что она происходит.
помощник. А? Вы слышали, господа? Сейчас в буфете капитан Безумцев наделал скандал. Это который же Безумцев? Из какого полка? Да вот из этих. Господин штабс-капитан, вы бы урезонили вашего однополчанина. Все-таки неудобно такое в присутственном месте. А я ничего предосудительного не видел. То есть как ничего? Ведь он же кажется пьян. Это вам только кажется. Благодарим вас за то, что поддержали репутацию полка. Уже по всему городу идет слава о нас. Представить его к награде. Позвольте, господа, позвольте. Ведь вы же присутствовали при том, когда кавалергард дерзко отнесся о капитане Безумцеве. Почему же вы не остановили его замечанием? С какой же стати? Если он имел зуб на Безумцева, то это их личное дело. Зачем же мне ввязываться? Вот как? Нет, не личное. Это дело касается всех нас. Вы осрамили наш полк перед другими офицерами и публикой. Да прекратите вы, в конце концов. Видимо, вы не очень-то щекотливы насчет чести полка. Никто чести полка не задевал. Ну, глупо же, господа, ей-богу, глупо из-за пустяков поднимать скандал. Уронить достоинство офицеров нашего полка, по-вашему, пустяки? Вы просто трус! Спокойно. Спокойно, господа. Я думаю, что хотя и поздно, но господин штабс-капитан еще может восстановить наше доброе имя, объяснившись формально с тем кавалергардом. Вы предлагаете дуэль? Или... Я не желаю подчиняться вашей тупой тирании и драться не буду. Тогда мы требуем, чтобы вы покинули наш полк. Я подал в отставку и вышел из полка. Я остался без гроша в кармане, на улице. Господа, просим очистить помещение. Закрывай двери, свет косит. На мой страстный порыв к людям они ответили мне обидой на всю мою жизнь. Вот
Откуда же она все это узнала? Оказывается, всем делом орудует наша прежняя знакомая Юлия Самсоновна. Над нами живет вдова полковница. Вот к ней-то ваша супруга и ходит теперь. Вот видите ли, здесь замешан ваш прежний товарищ по полку, офицер Ефимович. Очень хороший знакомый ее. И сегодня вечером назначено свидание. Ну, если хотите, то я могу устроить так, что вы услышите их рандеву. Хорошо. Да, но ведь я должна поделиться с полковницей, так что... Значит, все это разболтал Ефимович. И с ним у нее свидание. Ваш супруг тогда изрядно струсил. И право же, он не стоит такой очаровательной, такой умной, такой смелой женщины, как вы. Смелой? Ах да, смелой. Вы полагаете, что решиться на свидание с вами могла только смелая женщина? Впрочем, вы правы. Продолжайте. Вы обещали доказать мне, что мой муж трус и недостойный человек. Без доказательств все, что вы говорили, ложь. Я вам не верю. Если бы не верили, могло ли статься, что вы рискнули подарить мне это свидание? Ну, не смотрите на меня такими глазами. Только из ненависти ко мне. Напускной и порывистый, она неопытная, могла решиться затеять это свидание. Скажите мне, что для вас сделать? Вы не смеете. Вы не смеете. Я сделаю все. Вы не смеете. Позвольте мне хотя бы край вашего платья поцеловать. Вы не смеете прикасаться ко мне, слышите? Пустите, я закричу. Против священных супружеских прав я не возражаю. Уводите, уводите. И знаете, хоть с вами нельзя драться порядочному человеку, но из уважения к вашей даме и к вашим услугам. Впрочем, если вы сами рискнете. Слышите? Thank you.
слушал целый час. И целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей, возвышенной, светской, развратной, тупой тварью. Так шли мы молча. Я, вспоминая только что происшедшее, все яснее понимал, что просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было. Вы спросите, для чего я решил принимать смерть молча? А я спрошу, на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым существом? Кроме того, я понимал, что между нами в эти самые мгновения идет борьба. Страшный поединок на жизнь и смерть. Поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Только сознание того, что я все видел, все знаю и жду от нее смерти молча, могло остановить ее от выстрела.
Выдержав револьвер, я отомстил всему моему мрачному прошедшему. Я победил, и она была навеки побеждена. За ней во время ее долгой болезни. Я не мог предположить даже не мог, чтобы она умерла, не узнав всего. Как славно-то. Лукерия, милая, принеси мне, пожалуйста, умыться. Только тихо, голубушка. А когда она стала вставать, я стал меньше являться ей на глаза. Любил смотреть на нее украдкой. Странно только, что за все это время я ни разу не поймал на себе ее взгляда. Я без конца твердил себе: выжди, и она сама вдруг подойдет к тебе. Эта мысль восхищала меня неотразимо. Роковая, страшная пелена. Тень высокого старого дуба поет при мне. Голосистая птичка любила на ветвях переломанных бурей. Она счастье приют находила, и казалось, что старому дубу было внятно. Забыла она про меня, что ли? Извозчик! Полицейскому мост!
Это за то, что тебя потревожил. Падала с глаз пелена. Поговорим. Измучил я тебя. Волнуйтесь, успокойтесь. Я закрою эту проклятую кассу. Я ее сам ненавидел всю жизнь. Сам всю жизнь мучился и тебя измучил. Волнуйтесь, успокойтесь. Вы преувеличиваете. Не надо, прошу вас. Я люблю тебя. Люблю. Я преступница. Я это знаю. Это преступление мучило меня всю зиму. Мучает и теперь. Не надо. Не надо об этом вспоминать. Я хотела любить вас. Я искала любви. А теперь мы чужие. Забудем весь этот кошмар. Мы уедем отсюда. Уедем к морю, в Булонь. Ты там поправишься, забудешь все. Вы так великодушны. Я так ценю все, что вы сделали для меня. Я буду вашей верной женой. Буду вас уважать. Понимаете? Уважать. А я думала, вы меня оставите так. Больше я у тебя ничего не спрошу. Не замечай меня вовсе. Я увезу тебя в Булонь. Теперь, сейчас. Я оставлю тебя ненадолго. Скоро врачусь. Распоряжусь только насчет нашего отъезда и паспортов. Это было только сегодня. Еще давеча. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка. Только бы 5 минут раньше воротиться. Она была слишком целомудрена, слишком честна и чиста. А я думала, что вы меня оставите так. Вот ведь что она сказала давеча. Испугалась любви моей, вот что. Спросила себя серьезно, принять или не принять любовь мою. И не вынесла вопроса. И лучше умерла. Понял. Навеки. Безвозвратно. Понял, что презирала она меня. Только давеча еще ходила и говорила. Вот обида. 5 минут всего. Всего только 5 минут опоздал. А теперь опять пустые комнаты.
Зачем только я давеча ушел? Наши заграничные паспорты. Нет никого. Вот беда. И опять я один. С закладами. Я, сударь, больше жить у вас не стану. И как похоронят барыню, сойду. Загубили вы ее, сударь. Загубили совсем. Ой, я теперь Лукерью ни за что не отпущу. Она все знает. Она мне все про нее рассказывать будет. Маятнику ничего не жаль. Ему дела нет. Все стучит. Опоздал. 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 Измучил я ее. Вот что. Слышит. Для чего? Зачем умерла эта женщина? О, поверьте, понимаю. И все-таки это вопрос, который сверлит в мозгу моем. Вопрос. Какой вопрос? Ответ на столе лежит, а ты говоришь вопрос. Друг друга. Кто это сказал? Чей это завет? Что мне теперь ваша жизнь, ваша вера? Пусть судит меня ваш гласный суд, а я скажу, что не признаю ничего. Судья скажет: молчите, офицер. А я закричу ему: где у тебя такая сила, чтоб я послушался? Зачем? Мрачная косность разбила то, что всего дороже. Косность. Косность. Если в поле жив человек, кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь. Если в поле жив человек. Никто не откликается. Люди на земле одни. Вот беда. Нет, серьезно. Если ее унесут отсюда, что же я буду? Что же я буду? Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо привел его, наконец, к правде. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль. Об иных вещах, как они с виду непросты, долго думаешь и как-то мерещится, точно вы в них виноваты. Мрачная это была история. Одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто сбывались в потаенных закоулках огромного города под тяжелым петербургским небом.